Давай стараться будем простыми рассуждениями найти ответ по диаграмме. Здесь меня, например, просят найти, сколько категорий обувь у нас. Ну, вот этот, да, расцветка идет. Значит, как я беру? Я вдоль одного границы, вот у нас же вот это у нас, да? Вдоль одной границы провожу прямую линию. Вот так, можно от руки. Вот эта линия делит круг напополам. Так, а потом еще я напополам, то есть я на 4 части равный делю. Ну, вот так примерно четвертинка. И видно, что моя категория обувь, ну, меньше, чем четвертинка. Четвертинка это вообще 25% от 100%, да? Ну, давай тут не 25, мы решили, ну, где-то, ну, наверное, 20. Скорее всего, тут где-то 20. Примерно, да? Все, и теперь... Весь круг у нас, смотри, это 50 тысяч покупок, это в задаче сказано. Значит, мне нужно найти 20% от 50 тысяч. Я нахожу это умножением. 20% это 20 сотых. Умножаю на 50 тысяч. Могу так 50 тысяч первых писать. Так, сокращаю. Вот это два нолика уйдет, например, вот здесь ушло. И все, осталось только умножить. У меня получится. 2 на 5 это 10 я умножаю. И еще неиспользованных нолика. Вот у меня, вот я вижу. 1, 2 и 3. 3. Значит, 10 и еще 3 нуля. Получается 10. Тысяч. То есть 10 тысяч покупок было обуви. Обуви. Вот так я нахожу, да? Давай еще одну такую я решу. Допустим, вот здесь. На диаграмме представлена информация. Ну, короче, там тра-та-та опять, диаграмма, круг. Все, что мне нужно. Всего было потрачено 2 миллиона. Вот, то есть 2 миллиона это полный круг. Меня интересует на дерево. Дерево, это вот эта расцветочка, я вижу. Ну и опять, вдоль одной линии я провожу вот так вот линию полкруга, и потом еще пополам делю на четвертинки, да? Ну четвертинка, мы помним, 25%, а тут чуть-чуть больше, ну, наверное, 30%, да? Значит, обувь, похоже, 30%, не обувь, а это дерево. 30%. И теперь находим 30% от скольки там? От 2 миллионов рублей. 2 миллиона рублей. Опять я пишу 30 сотых умножаю на 2 миллиона. Раз, два, три. Раз, два, три. Миллион это 6 нулей. Сокращаю нолики. Ну тут вот так я, наверное, просто сокращу. И получается, мне надо умножить 3 на 2, это 6. И еще 6 ноликов. И еще 6 ноликов. Ну, 6 ноликов, значит, 6 миллионов рублей было потрачено на дерево. Я даже, честно, и не вчитывался. Мне нужно было круг понять число и кого там надо найти. Ответ 6 миллионов. Понятно, да? То есть... Сравниваю мой сектор с четвертинкой на глаз. С четвертинкой. Четвертинка 25 или немножко меньше, или немножко больше в процентах. И потом умножаю. Ясно?